Эти серьезные мужчины сегодня улыбаются, потому что их ансамбль «Территория 02» стал обладателем гран-при Всероссийского фестиваля «Щит и лира». Он прошел в Санкт-Петербурге. Артисты признаются, во многом победа, и они обязаны выбору песни. Пролежало у нас целый год. И потом уже, когда мы поняли, что нормальных песен нету, потому что ну вот все что-то не то. Мы вдруг вспомнили о ней, сразу же поддержали эту идею, и все у нас пошло очень хорошо с этой песней. В 2011 году жюри фестиваля «Щит и лира» уже отмечали высшие награды иркутских исполнителей. Песня Дмитрия Седова «Звание офицера» получила гран-при конкурса. Сам автор считает, что 7 лет назад ему помог победить замок от молний, который он нашел на петербургском асфальте. Нынче я снова увидел на асфальте замочек, примерно такой же. Я его взял, конечно же, я подумал, что это интересно. Может быть и правда, есть в мире какие-то вот такие вот волшебные вещи. На фестивале в этом году была отмечена еще одна песня Дмитрия Седова «321-я сибирская», посвященная одноименному фильму. Эта композиция стала официальным гимном картины. 321-я, у Волги насмерть ставшая, и врагу земли родной ни пяди не отдавшая. Галина Соболева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.